Добрый вечер. Я Алексей. Сегодня специальный выпуск нашей программы. К нам и нашим партнерам обращается большое количество граждан, которые еще с марта провели время на дачном участке. Сейчас они хотели бы вернуться в Москву, но по радио и телевидению слушают такое. Один наш слушатель прямо сказал: «Приехал мой друг и сосед по даче, говорит, в Москве страшная эпидемия, город вымер. Люди бегут из Москвы. Неужели все так плохо?» Мы решили провести собственное расследование, так как живем в Москве и ни о чем таком не слышали и не видели. Мы решили сделать репортаж с территории ВДНХ, где больше всего людей. Правда, наша группа приехала туда сегодня в 11 часов утра, и мы думали, что там и вправду нет людей. Я не буду ничего комментировать. Обратите внимание на количество народу на ВДНХ ранним воскресным утром и количество детского смеха и детей на улице. Наверное, родители не стали бы выводить их, если бы в городе была катастрофа. Thank you.
Поставьте, доставьте.